и наши дети будут работать. Вы точно уже работать не будете, это факт. И сегодняшний день вы решаете за нас ехать нам в Польшу, ехать нам в Индонезию, ехать нам в Россию, ехать куда еще нам ехать заработать? Или опять воровать, грабить и убивать? Что вы делаете, куда вы нас толкаете? Вот у меня вопрос к всем вам. Вы не хотите криминальных видеть, вы не хотите видеть хулиганов, вы не хотите видеть пьяных, но вы не хотите видеть рабочее место. Так что вы хотите? У меня вопрос. В 2015 году подписана угода с селом Добрая Пристань. Эта бумага есть, я ее выкладывал в интернете, если вы хотите посмотреть. То есть, другая бумага по первомайскому решению РДА. Это сирота наш знакомый. Всех знакомый. Эта бумага тоже есть. Она тоже будет выложена в интернете. Это первое питание. Второе питание по первому СЭП. Всех приглашали ехать. Кто хотел, тот поехал. То есть было два автобуса, поехал один автобус. То есть если вам это было неинтересно, сделали люди надутые губы, почему в Голованинске? Ну вот мы все живем в одном районе, одна громада. То есть вам ее рекламируют, вы ее хотите, вы ее любите. Вот это в Голованинске. Я еще раз повторяю, 101 раз для желающих. То есть пока не будет создана ОТГ, Бабушская капитанка, или ладно уже, я как капитанский житель, давайте предложим другим селам. Вот мы не пройдем по населению, мы не наберем 5000 населения. Давайте сделаем ОТГ без Бабуши, а потом его присоединим через поправку «Винное пятно». То есть есть у вас желание владеть шахтой, давайте сделаем липовинки, сухой ташлык, кушневато, молловка. Везде есть залежи, вы будете центром, вы говорите, не хотите. Есть подписи людей, где 540 человек, жители этого села, сдали сгоду на создание ОТГ. Есть три, вот, Дима, у тебя же есть бумага, можешь показать. Вот есть дальнейший. Мы пришли увидеть друг друга, потому что три раза люди, жители капитанки, инициировали создание громады. Они имеют на это право. Они имеют на это представлять людей. Они их не почувствовали. Я предлагаю вообще зарегистрировать людей и голосовать.